Всем привет, друзья, вы на канале Сангрила, это значит, что мы с вами собрались на утреннем летсплее. Наконец-то вот у нас появилась игруха для ЛП. Не знаю, как она пойдет, потому что она на вулкане. Здравствуйте. Привет, с возвращением в Детройт. Спасибо большое. Надеюсь, что вам у нас пока нравится. Пока нравится, я правда дальше-то не играл, дальше главного меню, и она уже со мной поздоровалась и сказала, что это все по правде будет. Вот, типа все мои решения, естественно, влияют там на события и так далее, и так далее. Кто вдруг не в курсе, но я думаю, что все ее уже заспойлерили давно всю эту игру. Но мы сделаем что? Мы, во-первых, сделаем так, ну, у нас показывает целых 45 кадров, меню-то, нихера себе. Что нам надо? Что у нас там? Это раздел параметры. Можно настроить игру по своему усмотрению. Ну, спасибо большое. Так, изображение нас больше всего интересует. Шкала разрешения, не знаю, что это такое. Ограничение 60, вертикалка включена. Качество графики высокое. Расширенный, высокое, высокое, высокое. Но если что-то будет не так, я просто кадрики убой. Я настройки убавлю и все, и как всегда. И меня это вообще ни разу не пугает. Ваши параметры сохранены. Спасибо большое. Новая история, конечно же. Так я там ничего не сделал, поэтому поехали. Рассказываю пока, как тебе спалось. Я не знаю еще пока что. 15 августа 2038 года. Время 20:29:06. Андроид РК-800. Я не спойлерил себе этот сюжет, поэтому я решил его все-таки на ЛП записать. Потому что что? Потому что на стриме мне обязательно все расскажут. То, что я тут не прав, я там не прав. Вот этого зовут Андроид. Переговорщик прибыл. Ой, я управляю, хера. Подожди, стой. А почему так неудобно управлять-то? Что происходит? Можно как... Так, смотри, что могу. Смотри, что могу. Это что такое? Иди сюда. Взять. Ага, взаимодействуйте. Ну, давай попробуем. У него моргалка моргает. Джон Филлипс, Кэролайн Филлипс, Эмма Филлипс. Положить обратно. В смысле? Это надо прям вот мы... Так это мне надо тогда стол разгрести, нихера себе. Я в обычной жизни так мышкой не вижу. Что ты делаешь? Как ты... Да... Мне не нравится, подожди. Вот, пускай у нас будет с тобой истеричный гирлянда. Так, где-то еще что-то, ну-ка. Это рыба. Лялиус. Происхождение дельта чего-то кого-то. Спасти, конечно же. А как ты оттуда вышла-то? Программный сбой. В смысле программный сбой? Какой еще программный сбой? Вот, я, короче, себе сюжетку не спойлерил. Умоляю вас, спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Ну все, мы идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Ну, самое начало я примерно помню, то, что тут кого-то... Ну, естественно, логично, что надо спасти девочку. А почему я просвечиваюсь? Разыскать капитана Аллена. Или Алина. Так, подожди. Да уйди ты со своими, я смотрю тут. Че я тут еще могу просканировать? Опа, я вот там вот могу что-то просканировать, пойдем. Это капитан Ален. Да подожди, у меня сейчас сюжет какая-нибудь пойдет. Я так не хочу. Я хочу посмотреть, что есть. Они все долбанулись. Они все долбанулись, действительно. Поговорить с капитаном. Да за. Начинается. Ладно, давай, погнали. А можно я бегать буду, нет? Я, если что, пишу это все дело ночью. Поговорить. Единичка. Капитан Ален. Мое имя Кон. Андроид прислали из Киберлайф. Хорошо. Он палит по всему, что движется. Капитану, видимо, похеру на андроида, моих да? Людей. Снайпера вы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Имя Девианта? Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Поведение Девианта? У этой машины ранее уже случались сбои?
Девиант это, короче, слушай, андроид, который в человека превращается, типа того. У которого эмоции там появились. С этой машиной, либо разберусь я. Да мы сейчас разберемся с этими машинами сраными, естественно. Каждая секунда на счету. Да какая? Подожди, не надо, стой. Разобраться, спасти заложницу любой ценой. Нет, подожди, разобраться, изучить. Изучить. Вот, хорошо. Блин, тут мышкой надо так двигать, так неудобно. Что это, куда это? Пользуйтесь мышью, зажмите левую кнопку. Левую кнопку я зажал. А-а-а, улики одна из двух, хорошо. Ну, значит, вот еще. Это патроны? Это патроны. Патрон калибра 355, чтобы это не значило реконструировать. А, это надо держать. Используйте следующие клавиши, чтобы посмотреть данные реконструкции. В смысле? А, это перемотка. Стоп, тихо. Девиант взял пистолет отца семьи. Хорошо. Ну все, тут больше вроде ничего нет, да? Вот он его взял. Вот он его этого самого. И за... Да, конечно. На эскейп-то у нас нельзя выходить. Ни в одной игре. Вообще никогда в жизни. Зачем эскейп нужен? Да что происходит? Почему у меня такая истеричная гирлянда? Сейчас, секунду. Прекрати. Мне нужно, чтобы ты светилась, а не вот это вот, вот постоянно. Так, ладно, поехали. Че еще? Спасти... Да подожди ты, отстань ты со своей заложницей. Нужно, короче, тут все нужно лутать. Прям все абсолютно. Это вот как я люблю. Ну-ка, пойдем туда. Ну-ка, пойдем туда, сейчас разберемся. Смотреть. Ну, вообще, как бы андроиды не должны превращаться в этих, в людей. Нахера это надо-то? Что это за бред? Это неправильно. А, это я уже опять управляю? А что я там посмотрел? Нельзя, да? Ну ладно, спасибо, я понял. Так, тут все сломали. Тут все стреляли, тут все сломали. Это я отсюда пришел, подожди. Бля, как вот это вот все еще сейчас тут понять бы, что к чему? Может быть, еще что-нибудь где-нибудь есть? Там у нас капитан сидит. Ну пойдем туда, вот там вот вижу что-то же. Вон, вот туда нам надо. Это отец семейства, походу. Здравствуйте. Так, кровоизлияние в нижнюю долю легкого, внутреннее кровотечение, все, я понял. Ну а что? Ну естественно. Хера себе. Так, это не все. Пулевое ранение, перфорация левой почки, фатальная травма брюшной полости. Блин, беда. Еще что ли что-то есть? Так это мы видели. А вот глаз. Погибший Джон Филлипс, рост 182, вес 85, предполагаемое время смерти 19:29. А вот еще. Кровоизлияние в левую, ну, допустим, реконструировать. Да блин, почему держать-то все надо? Так. Вот где-то в желтом секторе, короче, ну-ка. Отец что-то держал в руках. Это был планшет. Это был планшет. А, теперь назад надо перемотать. Бабах, и планшет остался вот там вот лежать. Да? Ну-ка. Выйти. Покажите, стойте, не спешите. Вон он, планшет. Получена информация. Вероятность успеха 50%. Это мало. 50% это очень мало. Открыть. Девианта собрались заменить. А это вот что, он ревнует. Ты прикинь, ревнивый андроид какой. Вот захочешь ты свой телефон поменять, а он тебе скажет: что? Тихо. Кого подбер? Что это такое? Кью. И чё? Так, где еще что-нибудь? Ой-ой-ой-ой, вон там сколько всего. Так, это полицию убили. Это убили полицию зачем-то. Сотрудник полиции первым прибыл на вызов. Так, это что? Это пулевое отверстие. Перфорация правого желудочка, внутреннее кровотечение. Понятно. Так, это что такое? Это значок. Это нет, это не то. Это глаз. Погибший Энтони Декард. 177-77. Смотри, какие тут все.
Все прям как у людей. Значит, еще один ствол должен быть. Логично. Стифна, свинца, сульфит, сурьмы. Только один выстрел. Хорошо. Реконструировать. Ну, логично, что он в андроида стрелял. Андроид стрелял в него. Ну-ка, подожди-ка, стой-ка, не спеши-ка. Что тут у нас происходит? Вот оно. Баба. Заложница стала свидетелем перестрелки. Хорошо. Ну как, нехорошо. Очень, очень плохо. Так. Полицейский выстрелил в девианта. Чего? Выстрелил в девианта. И... Ну я же говорю, ствол. Вот он ствол. Вот он ствол. Оружие найдено. Так, все? Хорошо. Оружие найдено. Вот нужно ли мне это оружие? Не знаю, честно говоря. Как там это? Взять, положить обратно. Андроидам строго воспрещается хранить и использовать любые виды оружия. Положить обратно тогда. Я андроид, я машина, мне запрещено. Так, что там где? Что еще? Что тут еще есть? Это что такое? Блин, так это неудобно все крутить, я тебе скажу. Ты зачем это лижешь? Подожди. А, модель PL-600, серийный номер такой-то. Ну, это модель девианта. И что, она мне ничего не дает. Ну, PL-600 и PL-600. Ну, может, он устаревший какой-то. Как в Терминаторе было. Старый, но не бесполезный, типа того. Осмотреть. А это туфля. Детский размер обуви, пестрая модель, тра-та-та. Заложница может быть ранена. Вот это хреново. Это очень плохо. Давай. 66% на успех. Да сейчас мы все сделаем. Дай мне выйти на улицу. Ты куда ты стреляешь? Ты сумасшедший, что ли? Назад! Не подходи, не то я прыгну! А у меня красная загорелась там. Не прыгай. Давай, давай, давай! Бля, главное заложиться, не просрать. Я не хочу этого. Но на андроида мне похер. Мое имя Коннор. Скажи мне свое. Как тебя зовут? Даниэль! Так они меня назвали! Тихо, Даниэль. Назад! Я ничего не делаю. Куда? Зачем вы прилетели свои эти? Девиант чё? Дестабилизируется. Что сделать надо? Завоевать доверие девианта. Можно я пройду вот туда? Мне надо бы. Проявить, успокоить. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить. А что ты хочешь? Поздно уже говорить. Слишком поздно. Возможная причина? Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Ну так и есть. Вон, у нее уже пожелтело все. Так ты важен. А был игрушка. Ну ты ж машина. Которую можно выбросить, когда доест. Ну почему, когда сломаешься просто? Сочувствие. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Переговорщик из меня тот еще, честно говоря. Я не виноват. Тихо. Я этого не хотел. Я любил их, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Но ты для этого и сделан. Четыре? Ты неисправен, Даниэль. У тебя произошел программный сбой. Тебя починят. Твою мать. И все снова будет хорошо. Не надо меня. Я не хотел. Я знаю, что я исправен. Я не хотел. У меня глаза открылись. Я не то. Я просто не знаю, что он будет говорить, понимаешь? Не надо. Никогда. Блять, стреляйте в него, ну его нахер. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Ну, предположим, согласиться. Все, ситуация под контролем. Может быть, и зря. Я выполнил твое желание. Так,
Вот что значит довериться, я не понимаю. Ты должен мне довериться. А, мне довериться. Отпусти хорошо. Ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Давай на давай отказаться. Хер его знает. Это не обсуждается. Ты машиной должен повиноваться. Брось. Но все, но он покраснел. Всю свою жизнь. Не надо, не надо, не надо, не надо. Бля, спасай ее. Зачем девчонку-то просрал? В! Давай, 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 давай. Хорошо. И Конора просрали. Да, да, да что ты? Он как Бендер же, он загрузится просто в новую копию и все. Все нормально. Все же нормально? Задание выполнено, самое главное. Я тебе говорю, он машина, мне на него наплевать абсолютно. Мне наплевать на андроидов. Вот на данный, по крайней мере, момент. Я сочувствия к ним никакого не имею. Я не знаю почему. Ну блин, но если у тебя, я не знаю, при... Ну как бы, как объяснить? Если там... как это, вот как это сформулировать правильно? Если ценой твоей машины, допустим, можно спасти чью-то жизнь, то уж явно стоит пожертвовать машиной. Я имею в виду автомобилем. То же самое и тут. Это схема сцены. Здесь вы можете посмотреть выбранные вами пути, открытые возможности и доступные альтернативы. Каждый новый узел схемы дает вам очки, которые можно потратить в разделе дополнительно. В силу специфики игры не все узлы схемы считаются шагами к прохождению. Ага. То есть тут всего 5. Ух, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть возможных веток могло быть. Девиант прыгает вместе с Сэмой, не удалось договориться. Да можно было бы, конечно, попробовать ему там и про машину что-нибудь втереть. Ну, предположим. А что значит мировая статистика, ну-ка? А, вот. Спецназовец ранен. А у меня тоже такое было? И у меня тоже такое было, спецназовец. Но это я долго просто тупил, наверное. Ну, короче, ладно, это все хорошо, все прекрасно, поехали дальше. 5 ноября 2038 года. Ну, соответственно, 2038 года. Это что такое? Кто это? Я загрузился? Я Конор? Да, 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 да. Инициализация системы, чё? На что сегодня тебе? Самое лучшее в разделе домохозяйства. Кто? Ну, Зоя, пойдем. Зоя куда-то пошла. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Вау. Вау. Милый, это просто класс. Именно то, что могу что-нибудь потыкать? Это магазин андроидов, прикинь. Я на прилавке стою? Ну-ка, покажите мне. А я не могу. Беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. А можно я пойду куда-нибудь? Мне надоело стоять. Переключай красный выбор. Идемте со мной, я оформлю заказ. Но они продали андроиды. Блин, они такие живые тут, андроиды, охренеть можно. Если вот это вот, ну, шарик этого, кольца этого не будет, которое красным там горит, красным, синим, желтым, когда они злятся. Так тогда все, тогда Алис. Тогда ты хрен отличишь его от обычного человека. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Что-то он нервничает. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. Это мой хозяин? Ее стерто. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Это мой хозяин, да? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Ага, хорошо. Мое имя Кэра. Прекрасно. Мы играем за трех, по-моему, Это только самое начало. Ну, имеется в виду прям это, то самое, как ее. Как она? Как она? Введение? Введение было.
Пианинка играет. Дело хорошее. Это, собственно, Детройт будущего. 2038 год всего лишь-то осталось-то тут ничего. Ну вот, андроиды везде работают, все нормально. Ну а в чем проблема-то? Они созданы для того, чтобы работать. Чего их жалеть, я не понимаю. Какие еще девианты? Что за чушь? Ну хотя, знаешь, вот если бы в реальной жизни такое было, я бы хрен его знает, что бы я говорил. Тут я понимаю то, что это игра, и как бы она, ну, все равно мы должны, но более логичными путями идти. То есть, как сказать, тут же опять, если дать такому виду развиться, если они прям будут, станут всякими там этими самыми, ну, типа, людьми все дела, и такие же права и обязанности, и свободы у них будут, что это он? Что это он вылупился-то? Что написано? Потому что я потерял мою чего-то, потому что андроиды. Что-то он там потерял. Не суть. Короче, о чем я говорил? Если дать им развиться как отдельному виду, то есть это там... Хрен его знает. Ну, короче, как отдельному виду, как вот андроиды. Прям вот они живые, и все тут, и все хорошо. Так они нас просто выдавят из пищевой цепи. Это же просто эволюционно нестабильно, я бы сказал. Ну потому что, а как по-другому? Нихера себе. Это угроза. Голуби летают, вон, ходят, клюют там все. Вот, еще за этого, не за эту. Вот за этого андроида мы тоже будем играть, я помню. Я говорю, я что-то вот отрывками знаю, что-то не знаю. Желаете вернуться домой? Зачем? Подожди, стой, дай посмотрю. Так, что это у вас тут? Да, пожалуй, на сегодня. Читать. Да что, найдены статьи, можно перечитать в разделе дополнительно. Так, и чё, следующее. Зелёная планета, климатические переселения, чё? Как окружающая среда меняет американское общество, вот оно чё. Не всё больше, что ли? Нет ничего? Так, как показала недавняя перепись населения США, по мере того, как поднимается уровень моря и климатические изменения делают погодные условия все суровее, некогда процветавшие прибрежные города пустеют. Богатые жители распродают дома в Майами и Лос-Анджелесе, стремясь переселиться вглубь материка или на возвышенности. Из-за этого растут цены на недвижимость в сельской местности, а дома в ранее привлекательных районах, наоборот, стремительно теряют в стоимости. И хотя это звучит как возможность для не очень состоятельных американцев открыть для себя новый стиль жизни, реальность далеко не столь привлекательна. Недвижимости на прибрежье угрожает не только повышение уровня воды, ураганы и прочие климатические факторы. В последнее время все заметнее делается бегство городов, тенденция, при которой все сервисные службы и сопутствующие инфраструктура тянутся за респектабельными клиентами в новые районы. Специалист по градоустройству Арнольд Уотерс считает эффектом, называет это эффектом пончика, поскольку центры прибрежных городов пустеют. При чем здесь пончик? Что за чушь? Подобная статистика в очередной раз демонстрирует влияние климатических сдвигов на американское общество. Из-за них меняется не только окружающая среда, но и общественная структура. Хорошо, спасибо. Можно мне вот положить, пожалуйста? А сколько времени прошло? Ой, обалдеть, как много времени прошло. Много времени прошло. Сейчас вот надо как-то до логического конца дойти нам с тобой. Так, это что такое? Можно мне кого-нибудь где-нибудь еще тут посмотреть? Мне еще надо будет посмотреть, как это все дело отрендерится, потому что что? Правильно, потому что... Это... Ну, скажи мне, и я скажу. Дождитесь зеленого, я уже на зеленом. Потому что игра на вулкане опять. Опять она на вулкане. А игры на вулкане с ОБС, дружа, тройка, хорошо. В скобках нет. Так, тут люди. Тут андроиды. Здрасте, ну-ка давай посмотрим. Чё, Human Music? $1. А что такое...
Подожди, можно мне посмотреть это? Вывеску мне дай посмотреть свою. Короче, человеческая музыка, за $1 он сыграет вам музыку души, что ли? Что такое хер? Мьюзик с душой. Ну, короче, ладно. Короче, ладно. Куда мне надо-то? Мне надо вот туда, на стрелку? Ну, пойдем. А можно я бегать буду? Почему я бегать не могу? Ну-ка, пойдем. И тогда мы будем держать ответ за сотворение себе кумиров. Кто глаза таращишь, демон? Это ты мне, что ли? Я знаю, ну да. Кто ты. Кто я? Насквозь тебя вижу. Да, это ты сосуд самого дьявола. Почему? Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Откуда столько ненависти, я не понимаю. Что вам не мы так? Мы создавали себе преданных рабов. Не, ну другое дело то, что, возможно, андроиды у них типа работу отбирают. Там, ну вот это вот все, знаешь, такое, типа убираться там. Ну, настройки работать. Ну, как бы андроид, что там? У него условно руку оторвало, да и, блин, новую поставил, и все, новую прикрутил, дальше поехал работать. Я не пойму, куда мне надо-то. А, мне вот сюда надо или нет? А почему мы за Кэру не играем? Что за чушь? Что это такое? Это магазин с чего? Куда подсоединиться? Зачем? Идентификация. Это успешно. Краски, что ли, какие-то? Ну-ка. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. А, нихера. Транзакция выполнена. Взять. Но это типа как с этим самым, как, ну, как карты типа оплатят. Да, это художественный магазин, вон у него кисточки там какие-то. А, вернуться домой на автобусе, хорошо. А почему? Блин, так неудобно мышкой вот так вот вертеть туда-сюда, как-то это странно. Используйте следующую клавишу для переключения ракурса камеры. L-Ctrl, в смысле? А, да, и так можно. То есть не обязательно камеры крутить? И так могу, нихера, смотри как. Допустим. Блин, как же я ждал эту игру, когда вот можно будет в нее поиграть. Я действительно хотел пацану на плойку ее купить, и вот на этой плойке, собственно... А можно я вот так вот пойду? И на этой плойке, собственно, поиграть. А куда мне надо? А мне вот туда надо. Я не знаю, как бы правильно... Вот 46 метров, да, мне туда надо. Что я хотел-то сказать? Я говорю то, что у пацана, короче, плойку хотел взять, купить эту игру... И, собственно, поиграть в нее, потому что мне прям очень интересно. А ну вот да. Далеко собрался, жестянка. М? Что ты делаешь? Да ладно. Быстрее. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Ты на меня нападать собираешься? Ты в курсе то, что я денег стою, олени? Посмотри на этого говнюка. Работу увел, а пальцем тронь посыпался. Че значит посыпался? Я тебе голову могу открутить, понятно тебе, нет? Мне просто нельзя этого делать, я вообще-то андроид, в отличие от вас, полудурков. Ты отсюда не уйдешь, мы тебя сейчас порвем, как грелку. Да что значит порвете-то тоже? Давай. Ну я тебе говорю, я новую флешку воткну просто, да и все, а ты за это платить Хватит. Будешь. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Повредите, будете платить штраф. Ну, я про что и говорю. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Я сомневаюсь, то, что просто так все равно заберут работу. То есть, ну, если ты уже работаешь, понимаешь, как вот заберут? Если ты выполняешь свою работу качественно, то почему бы нет-то? Работай себе спокойно, нахер ты кому нужен забирать что? Зачем тебя на андроидов менять? Не, ну как зачем? Во-первых, андроиду, в принципе, зарплата не нужна. Ему там вон этот, как его, зарядку, да, и все, и хорошо. Он пришел как робот-пылесос, там пропылесосил и на зарядку уехал, на базу заряжаться стоит, молчит, все, у него замечательно.
А эти все сейчас начнется. Мне жрать надо, у меня жена беременна, дай мне зарплату, дай мне денег, 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 дай мне срочно денег. Мне надо денег. Понятное дело, что вас меняют. Ну, а как? Но другой, ну опять, тут, блин, ну тут хрен его знает на самом деле, как вот так вот. Тут и работодателя понять можно. Естественно, ты один раз вложился, пускай он там, не знаю, 10 миллионов стоит. Но зато ты сэкономишь как бы на сотруднике, а может быть на сотрудниках. Все эти больничные, отпуска, вот эти все страховки какие-то. У него тут что только страховка? От угона, да от этого, от аварии, хрен его знает. И то, наверное, небольшая. Я говорю, следующую руку купил, да и все там поменял. Или глаз, или что там у него было-то еще. Так, я опять что-то не открыл. Что значит я не открыл? Подожди, дай мне посмотреть. А сколько времени прошло? А времени много уже прошло. Мы на этом, наверное, давай закончим с тобой. Я вот это вот что-то не открыл. Две штуковины. Вот, давай мы с тобой, в общем, на этом закончим. Такой вот... Пока что я, честно говоря, не понимаю, куда мы идем, что мы делаем и так далее, и так далее, и так далее. Если тебе понравилось видео и нравится, в принципе, эта игра, не забывай ставить пальцы вверх, подписываться на канал, добавляться в группу ВК, добавляться в друзья, комментировать видео, шарить видео, приглашать друзей на канал и так далее, и так далее, и так далее. Ты все знаешь, все умеешь, ты же лидер и личность, помни об этом. На этом счастливо тебе и до скорых встреч. А я пошел записывать вторую серию. Вот так вот. Вот так вот я умею, да. Все. Всем счастливо.